Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу с вами сделать вот такую замечательную рамочку, покажу я, как я ее делала. Это, я думаю, что для сигн и для приветов будет очень отлично. Единственное, надо найти, чем на ней писать и хорошо стирать. В общем, я вам покажу, как я это сделала, а вы мне расскажите, пожалуйста, кто знает, чем лучше писать на стекле, потому что те маркеры, которые у меня есть, они либо оставляют след, либо плохо пишут вообще. Для этого мы будем использовать предметы из фикс-прайса. И посмотрим, что у нас получится. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я покажу, как делать эту красоту. Я надеюсь, что нам понадобится всего лишь ножницы, канцелярский нож. Маркеры это потом. Вот такой вот листик белой бумаги. Такая рамка из фикс прайса за 55 рублей. И вот такая вот клейка из серии новой фикс прайсе. Шипшик называется. Сразу подготовим нашу рамку. Ой, сломалась, как всегда. Это же я. У меня что-то ломается вечно. Так, и что? Мы убираем отсюда вот этот листик. Вставляем вот этот белый. Он тоже у меня не совсем белый, но я думаю, нормально. Тут нету белых. И обратно кладем. Хотя нет, нам же нужно ее обклеить сначала. Все через одно место у меня, да? Значит, мы все это убираем. И стеклышко тоже мы убираем. И займемся обклеиванием сначала рамки. Как это сделать лучше, я не знаю даже. Вот такая получилась первая штучка. Сейчас мы лишнее все обрежем и также сделаем каждую. Вот такая рамочка у нас получилась после всех процедур. Сзади не смотрите, сзади она, может быть, я ее покрашу еще, я посмотрю. В общем, мы ее с вами переворачиваем. Мы кладем наше стеклышко сюда. Кладем сюда наш белый лист. Кладем нашу картонку, которая была тут, чтобы уплотнить. Закрываем все, чтобы держалось. В общем, эту штучку можно уже не применять. Вот что у нас получилось. Теперь здесь я могу вам писать сигны. Этот розовый плохо видно. Синий. Привет. Видно? В общем, здесь буду писать вам сигны теперь. Мне кажется, это лучше. Ну и оно должно также все стираться просто. Это я ваточкой стерла, но мы будем стирать специальной штучкой какой-нибудь. Найдем. Итак, кому понравилась эта рамочка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А теперь сигны моим подписчикам. Первый мой привет я хочу передать Дьявол Лине. Она тоже блогер, и мы живем с ней в одном городе. Вы ее, кстати, можете найти именно по этому нику в YouTube. Лина, привет! Следующий привет я передаю Анастасии Евсеевой. Следующий привет передаю Ксюше Шаповаловой.
И последний привет на сегодня я передаю Насте Геймер. Надеюсь, все довольны, девчонки. Я наконец-таки определилась, что думаю, буду писать это все черным маркером. Иногда, может быть, каким-то цветным. Или на дощечке моей, которая была розовенькая. В общем, буду всегда делать по-разному, так что кому что выпадет, это чисто эксклюзив будет. Хотела сказать, что те, кто получили свои сигны, обязательно делитесь со своими друзьями. Давайте сделаем как можно больше счастливых людей, кто хочет получить привет от меня, так как эта акция не вечна. Кто успеет, тот успеет. С вами была я, Селена Свей, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!